Всем привет, ребят! Ну что, у нас, в принципе, как обычно, каждое утро обзорчик рынков. Посмотрим, что на каждом сервере, на которых в основном играю я, есть интересного. Возможно, есть какие-то бонусные плюхи сегодня. Что-то интересное. Ну и, конечно же, забежим на АС-сервер, где качается по чуть-чуть аккаунт. Ой, киса на нас напала. Ничего себе. Так, сегодня битва гильдии еще надо, кстати, да, выставить. Так, по рынку сегодня все печально на русском сервере. События хрустальные открыли. Смотрим. Оккультиста можно получить, в принципе, неплохие плюхи. Сегодня в хрусталке пиратики есть. Бесплатно жахнем. Добыча пирата. Ну, давай посмотрим. Ну, награды вроде поменяли, если я не ошибаюсь. А может, я ошибаюсь. Восьмые сумки. Я их, честно говоря, не помню. Я просто на русском давно уже не бегал, не играл. Пирата. Ой, говорю, восьмые. Какие восьмые? Не, здесь восьмые пять штук. А получили мы шестые. Даже четвертое. Ну, такое. И на этом спасибо. Так, окей, смотрим, что еще есть. Жара — это донатная. Значки почета. Фонтан желаний, наконец-таки. Так, тут, конечно же, карту надо забирать. У меня монетки есть, ничего себе. Ничего себе. Ну, X2 почему-то нету. Окей, поехали на английский сервер. Посмотрим, что у нас интересного есть на английском сервере. Что же там такого топового сегодня нам предложит IGG? Так, ну что там, обогнали меня или нет? Ладай, ну, не. Все, он никак не доберется. Даже Ронинов перекачал, и все равно что-то не так. О, опять сердцеедка. Вчера была какая-то лега. Короче, здесь тупо сыпят леги. 400. Ну, это просто жесть. Посмотрите на эти паки. Ну, просто пипец. Сколько плюх разных дают. Так, Ньюмат за 5 баксов сразу же получаете с двумя скинами. Асу. Зефир. Сотка. 40к бонусом, тоже 250 пальцы, можно зефира собрать. Ну, никакой халявы пока я не вижу. Хрусталька. Тут хрусталька немножко покруче. Просто бешеная, я бы даже сказал. Оккультист, фоба и зефир. Почему так на русском нельзя сделать, блин? Крутая хрусталька. Три мешка у нас. Так, фри. Ударим. Ударим картошечку фри, посмотрим. Ну, тут с русским сервером не сравнится. 1200, я думаю. Так. И островок. И единичка. Понятно все. Блин, ну, хрустальный очень крутой. Реально крутой хрустальный. Так, лаба. Tower Gifts, Other Treasure Chest. В общем, ничего такого для бездона нету. Так, что тут у нас? Сегодня будет архидемон уже наконец-то. Хоть немножко поучаствовать. Пусть скажут, топ сервера вообще забил. Оно так и есть, в принципе. Знаете, на эту локацию уже многие забили. Но все равно ее надо качать. Так. Окей. 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 Так, у нас там битва гильдии уже. Что там, есть первые красавчики сливанные или нет еще? Нет. Все проходят, 4 прошло. Ну, давайте тогда. Хороший музончик. Выставим немножко деф.
чтобы не казалась им жизнь малиной. Блин, вот это вот харит то, что надо очень много. Нельзя героя выставлять так, как ты сам хочешь. А, приходится вот так вот только выставлять. Так, наш срэнг. Надо его воодушевление тыкнуть. Воодушка есть. Так, ну вроде теперь бегать так просто не будут. Вернем Зефира сейчас. Так, оккультист, стрелок, землеройка. Надо будет потом заняться тестом для вас, как можно того или иного героя слить. Ну, не всех, конечно, можно на сегодня слить, но большинство героев можно заблочить. Так, сворожей. Называется, делаем обзорчики, параллельно собираем, для многих тоже полезное, собираем деф. Так, а вместо Дрейка кто там у меня на дефе? Такой хороший. Такой, чтобы прям аж ух. Конечно же, Фобочка. Так, окей, с дефом мы вроде разобрались. Сейчас немножко юнитов еще донайму. Ну, трасту даже делай, не делай, я уже показывал. На битве гильдии сейчас проходится все на изи просто. Поэтому тут все, все очень изи. Нету даже смысла заморачиваться, честно говоря, когда ты в топе над дефом, потому что тебя тем или иным способом пройдут. Я не знаю, кем сейчас надо быть рукожопом, если у тебя есть топ-героя, чтобы слить. Так, отлично. Поехали на Тайвань. Посмотрим, что еще на Тайване есть интересного. И потом побежим, конечно же, на АЭС сервер. Я надеюсь, там все good будет с АЭСом. Он запустится на этом плеере. Надо будет один сделать для стрима, второй. Так, ну тут ничего не поменялось, в принципе. Тут все как и было. Никакой халявы нет. Да. В общем, вот так вот. Тык-тык-тык-тык-тык. Ну что, ребята, побежали. Я запущу АЭС. Закрывать эти все ненужные нам виджеты. Добро пожаловать, Медевин Ютуб. Добро пожаловать. Поехали, посмотрим, что у нас тут интересного есть. Так, события. Что-то грузит. Войти. Отлично. Получить. Отлично. Так, у нас уже, ребятушки, кто-то там писал, ты типа за 2-3 дня там не можешь собрать 3000 самоцвета. Вот я собрал, по сути, за полтора дня
Почти 2К. Это при том, что я не задротил еще в квестиках. Так, эти не могу забрать. Спасение забираем. Спасение забрали. Давайте легендарную карту посмотрим. И паладин. Нифига себе, это просто имба, ребятушки. Так, что у меня вообще по героям здесь творится? Ну, как видите, герои печальны. Так, что у нас есть на английском сервере? Все то же самое, наверное, что и на... Да, все то же самое, один в один. По рынку, а что есть? Рулетка удачи, магазинное безумие. Давайте посмотрим, что здесь сегодня интересного. Безумие есть. Ну, скажу, неплохо, правда, нету. Нету доната на это все. Так, разбиватель яиц. Понятно. А ну-ка, добыча пирата. Блин, 5 сумок огника и карты. Ронин этот. Блин, и есть роллинг за 1500. Что делает? Вот реально, мне реально, наверное, нравится больше. Я вот в раздумьях, что сейчас жмакнуть? Пират? Все же пират или за 1500 роллинг? Давайте бесплаточку юзнем. Бесплаточку, я сказал. Чего ты не хочешь юзаться? Вот так вот, 30 слизней, нифига себе. Короче, ребятушки, жахаем. Жахаем. Раз, два, три. Я надеюсь на Ронина. Ронин, пожалуйста. Блин, ну чё, трифит и закла, блин, и плюс еще посмотрите, какие сундуки. В принципе, я доволен этими плюхами. Может быть, я еще накоплю на одну попытку. Блин, я хочу, конечно, Ронина. Но это все равно очень круто. Трифит и Закла у нас, ребятушки, уже есть. Уже есть на аккаунте. Правда, у меня места не хватает. Смотрите. Смотрите, смотрите, смотрите. Трифит. Закла у нас есть. А вот Трифида... Где там ты, Трифид зеленый? А Трифида нет, отлично. В общем, вытащили еще одного недостающего героя. Так, сейчас мы еще плюхи подкрываем, скин. И у нас есть еще сундучки. Это еще не все. Блин, ну я не жалею, честно говоря, что ударил. Что ударил именно в пирата. Так, надо еще Анубиса докачать. Место, конечно, у нас. Так, давайте заберем плюхи. Еще что-то не забралось. А ну, Закла пусть повисит. Так, есть еще одна недостающая имбушка. Подарки мы пооткрываем. Эти можно, в принципе, сделать так. Продать. Кулачки. 9К кулаков. Да, конечно, да. Конечно, надо было жмакать пирата. Так, ну что, ребят? Сундучки, поехали. Я надеюсь, что мы сейчас вытащим что-то мега эпическое. Так, ну, в принципе, для просвета мне это надо. Есть 5 слизней. Все, Анубис у нас будет сейчас практически максимальный уже. И недостаточно места на складе, ну. Есть! Ебой, 10-10. Блин, жестко качается здесь аккаунт, честно скажу. Так, еще 150. Ну, теперь я могу нормально просветы. Отлично, еще пятерочка. Так, на кого закинуть? Тут у нас 10. Блин, вот это реально круто. 10. Так, ну черепа я не хочу качать. Афина у нас десятка. С таких героев, кто мне? Ворожей. Ворожей будем качать. Смотрите, сразу на 7 левелов. Ну, песня просто. Спасибо, спасибо, IGG. Мы пока без донатика. Так, талантик бы нам.
Воодушевление, блин, супер. Пятый, ребят, пятый сет воодушевления. Просто отлично. Пятая воодушка мне очень нужна будет. 30 лямов кристаллов, 2 героя до сотого просветика. Я смогу наконец-то одевать девятые эмблемы. Конечно, если я прокачаю сотый просвет. Надо героя догнать. Так, ну что, поехали. Блин, дайте коробочек. Так. Рвение и 20 камней. Ну, это такое себе. Ну, блин, я не знаю. 600 самоцветов. Надо, наверное, все-таки рвать жопу и попробовать. Бум-бурум-бурум-бурурам. А есть у меня карты смены? А, у меня карт смены нету, поэтому это бесполезно. Ну и даже так, а что у меня есть по этим, по квестикам? Так, 195, 200 сражений. Ну, в принципе, за день это можно сделать. Получить героя 6 звездами. Ну, в принципе, тоже как вариант. Это будет плюс 300. Так, ратушу догнать до 12-го как вариант. Надо посмотреть по кулачках, по этих, по молоточках. Так, с героем понятно. 6 видов войск нет. Открыть 6 видов войск. Это нет. Эволюция нет. 300 самов пока. О, в подземках. О, ребятушки. В общем, поехали. Поехали, мои родные. Ща мы быстренько проскочим вот здесь. И это реально будет огонь. В общем, пишите комменты, ставьте лайки. Я побежал фармить. Блин, просто нереально развивается аккаунт. Я думаю, что... Или давайте я сейчас зафармлю, а вы поставите лукасики, посмотрим, что нам упадет. Хотя мне, в принципе, не хватит, скорее всего. В общем, ждите следующий видос, ждите трешечка. Я надеюсь, у нас получится вытащить Роньку. Всем удачи, всем пока.